Друзья, работа в приюте продолжается целыми днями. Мы спешим, потому что скоро начнется сезон ливней, дождей, холод. Друзья, помогите нам. Пожалуйста, помогите нам накормить животных. Помогите их вылечить. А мы, друзья, своими силами стараемся сделать хоть немного благоустроить. У нас сейчас проблема, как знаете, с электроэнергией. Мы закупили новый сип-провод, потому что прежний нас почему-то вдруг загорелся. Это чудо, что не произошло пожара. Мы вынуждены менять полностью электрооборудование по всему приюту, а это огромные деньги. Ребята, я прошу вас, помогите. Без электричества нам не выжить. Без корма нам не выжить. Без вашей поддержки и помощи нам не вылечить животных. И без вашей поддержки, друзья, нам не благоустроить приют. Обращаюсь ко всем. Прошу вас, мои дорогие, пожалуйста, не бросайте нас. Не бросайте, ребята, не предавайте лохматую душу. Проблемы в приюте, они не кончаются, друзья. Где-то потекла крыша. Мы тут же стараемся ее сделать, потому что впереди дожди, впереди зима, а потолки мокрые. Сами понимаете, зимой это будет невозможно там жить. К тому же, когда все это преет и гниет, это запах страшенный в бытовках. Поэтому приходится время от времени перебирать крыши на бытовках, менять прокладки, менять утеплитель и по новой все перестилать. Друзья, дорогие мои, обращаюсь ко всем вам. Если у вас есть лишний утеплитель, лишняя пленка для крыши, лишний профлист, мало ли, вдруг у вас старенький остался, пожалуйста, передайте нам, подарите его нам, друзья, потому что для нас это жизненно необходимо. С самой искренней благодарностью к вам, лохматая душа.